Этой осенью телеканал «Улправда ТВ» покажет новый многосерийный фильм «Моя Борисовка». В главных ролях жители сел Малая и Большая Борисовка Индинского района Ульяновской области. В документальном фильме речь идет о современной деревне, ее истории, тружениках села. Рассказ ведется от лица самих жителей. Горечь берет. Земли. Фольман. Быстро разговариваю. Пойди сюда. Он 2 метра высотой, вот такой вот был батюшки. Тот человек, Александр говорит, пойди сюда. Подходит, земли берет, толкает ему в рот, скажи, какая земля. Так что, Александр говорит, всю жизнь прожил, не знаешь, какая у тебя тут земля, что на ней можно сеять. Ну, правильно, она нельзя тут сеять. История сел Большая и Малая Борисовка берет свое начало в середине 17 века и связана с такими именами, как Эрнест Христианович Вик и Александр Николаевич Аксаков. Последний являлся публицистом, переводчиком и племянником писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. В 1929 году здесь был организован колхоз «Красный маяк». Позже его сменил совхоз «Залесный». Инициатором создания фильма о своей малой родине стал руководитель аппарата Общественной палаты Ульяновской области Сергей Терехин. Правда, все началось со встреч поколений на родной земле. Их предложил проводить Александр Александрович Корчагин, уроженец Малой Борисовки. Естественно, мы откликнулись, все инициативные люди, ну, кого удалось собрать, при поддержке администрации муниципального образования, Ненецкий район, была проведена первая встреча в 2015 году. У нас собралось почти 1500 человек, причем не только с Борисовки, но и со всех окрестных сел. В предстоящую субботу в Малой Борисовке вновь соберутся односельчане. В основном родственники, друзья Александра Александровича Корчагина и Бориса Ивановича Климова. Небольшой праздник села будет посвящен памяти этих двух земляков, творческих личностей. При жизни они создавали творческие коллективы, писали песни, обучали музыке школьников. Борисовцы планируют в дальнейшем в память о них организовать фестиваль народного творчества. Об этом, обо всем тоже будет рассказано в новом фильме. Ирина Антонова, Алексей Шишов, Юрий Конихин, Улправда ТВ.